Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор». Это город Ульяновск, проспект Антонова, 18. Посмотрим новинки и ассортимент в этом магазине. В продаже появились бокалы для вина и для шампанского. Смотрите, какая красота! Продаются они по 3 бокала в упаковочке, цена 305,50. На выбор есть вот такие бокалы для вина, цвет «Хамелеон». Здесь 3 бокала в упаковочке объемом 240 мл. Очень красивые, вот здесь видно. И есть прозрачные, но они уже такие высокие для шампанского, тоже на высокой ножке. Тоже по 3 бокала и одинаковая у них цена 305,50. Также есть большие бокалы для вина, премиум класс. Набор состоит из 4 бокалов объемом 780 мл. Они тоже на высокой ножке. Стекло прозрачное, изготовитель гусь хрустальный. Цена 788,50. А это кружки для чая, называются «Сказка», 350 мл. Смотрите, появился новый дизайн, такой пупырышками. Также есть и предыдущий вариант, просто гладкие, без пупырышек. Объем у них одинаковый, изготовитель гусь хрустальный. Хорошие кружки, цена всего лишь 50 рублей. Тарелка суповая, глубокая, из опалого стекла, диаметром 22 см. Объем 800 мл, изготовитель гусь хрустальный, цена 102 рубля. А еще есть плоские тарелочки белого цвета, диаметром 20 сантиметров. Они изготовлены из фарфора, изготовитель Республика Беларусь, цена 81,20. Миска из нержавеющей стали, объемом 4,3 литра, диаметр 28 сантиметров, бортики высокие, а высотой 11 сантиметров, изготовитель Китай, стоимость 210,50. А еще в продаже есть очень красивые чайники, эмалированные они с декором, и здесь они в большом ассортименте, каких только нет. Объем чайника 3,5 литра, изготовитель Россия, город Магнитогорск. Стоят такие чайники 739 рублей. Вот ценник. Банка бакалейная для сыпучих продуктов, объем 900 мл, баночка стеклянная с крышкой, производство Россия, город Бор. Стоимость 156 рублей. Жаровня алюминиевая с антипригарным покрытием и с бакелитовыми ручками. Диаметр 28 см, в комплекте стеклянная крышка, цена 801 рубль. И есть сковорода «Вок» литая алюминиевая с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Диаметр 28 см, объем 3,5 литра. Подходит для всех видов плит, кроме индукции. Форма для пиццы классика диаметром 33 сантиметра. Форма круглая, перфорированная, с антипригарным покрытием. Изготовитель Китай, цена 231 рубль. Казан походный, алюминиевый, литой, с крышкой и с ручкой. Объем 8 литров, изготовитель Россия. Стоимость 1079,90. А еще в продаже есть вот такая форма для запекания, она из жаропрочного боросиликатного стекла, прямоугольная с ручками, размер 40 на 25 на 6 см, Боркам, торговая марка Паша Бахче, цена 509 рублей. А еще в магазине «Светофор» можно приобрести вот такую напольную самоклеющуюся плитку из ПВХ, она тонкая, с клеевым слоем и очень похожа на ламинат, дизайн под дерево. Расцветка в ассортименте, упаковка состоит из 18 штук, размером 91,4 на 15,2 см. Цена 1644 рубля, это за упаковку, стоимость изготовитель Китай. Друзья, в продаже есть еще вот такие наборы для кухни. Здесь 6 предметов. Есть и половник, и ложка, и лопатка, и шумовка, и емкость. Цена 288 рублей. А это сушилка напольная для белья. Она трехъярусная, складная, передвижная на колесиках. Цвет бело-синий. Максимальная нагрузка 40 кг. В разложенном виде сушилка размером 55 на 68 на 165 сантиметров. Изготовитель Китай. Продается в разобранном виде. В упаковочке, стоимость 1238 рублей. Миска для кухни, изготовлена из пищевого пластика, в наличии 3 цвета, объем 4 литра, цена 50 рублей. Также в продаже есть зубная паста для всей семьи, называется Промис, защита от кариеса, 145 грамм масса, изготовитель Индия, цена 39,50. А еще в продаже есть крем-мыло Garden Dreams, называется, с ароматом алоэ и олива, изготовитель Россия, объем 1000 мл, есть еще на выбор вишневый смузи и белый лотос, три варианта в общем, стоимость 77,50. Освежитель воздуха «Натур» созвездие ароматов. Это автоматический спрей с ароматом «Горная свежесть». Продается в баллончике 250 мл.
Стоимость 90 рублей. Еще есть освежитель от торговой марки «Факс». На выбор есть два аромата – антитабак и сочное яблоко. 300 мл объем, изготовитель Турция, цена 61. Мыло туалетное, хвойное, от торговой марки «Салют». Качество ГОСТ – 200 грамм в кусочке, изготовитель Россия, город Нижний Новгород. Стоимость 33,80. А еще есть хозяйственное жидкое мыло 72%. Оно подходит для уборки, для стирки и для мытья посуды. Смотрите, какое густое. Объем здесь 1000 мл. А изготовитель – город Москва. Стоимость 45,50. Обновился стиральный порошок Био-2. Он универсальный, с новой формулой, теперь для цветного и для белого белья. Мега большой упаковки, 9 кг на 60 стирок, цена 400 рублей. А еще в продаже есть вот такие хозяйственные губки большого размера, в упаковочке их 13 штук разного цвета, цена 52,50. Также есть жидкое мыло увлажняющее «Колорит» от торговой марки «Грасс». Это мыло с ароматом клубники, восстанавливает, питает и ухаживает за кожей, цена 65 рублей. Чай индийский черный заваркин от торговой марки «Лисма». Он пакетированный, здесь в упаковочке 100 пакетиков, цена 97,70. Кофе растворимый, сублимированный «Ля Сора Арабика», ароматизированный с каскарой. 200 грамм в этом зип-пакете, производитель Россия, стоимость 130,50. Чай зеленый, высококачественный, среднелистовой от торговой марки «Танай Эко». Масса здесь 400 грамм, продается просто в пакете. Изготовитель Россия, Московская область. Цена 118,90. Также есть в наличии напиток растворимый, шиповник натуральный от торговой марки «Доктор Вкус» для укрепления иммунитета. 150 грамм вот в этой упаковочке, стоимость 86 рублей. Чай черный, пакетированный «Танай Лондон». Здесь тоже 100 пакетиков в этой упаковочке. Производитель Россия, город Москва. Цена 102,50. Тропический коктейль – это черный чай с натуральной мелиссой. Продается вот в такой упаковочке, здесь пирамидки 20 штук, цена 56 рублей. Еще есть в наличии вот такой чай черный, крупнолистовой, цейлонский. Большая упаковка, здесь 400 грамм, изготовитель России, город Рязань. Цена 163 рубля. Еще есть вот такой вариант ароматизированного чая. Называется он «Танай». Тоже на выбор в ассортименте. Есть зеленый чай с лимонграссом и ароматом лимона, имбиря и меда. Также есть черный чай с листьями земляники с ароматом граната, черники и малины. Черный чай с апельсиновой цедрой, с облепихой, манго и мандарина. И черный чай с ромашкой и мелиссой. Цена 41 рубль за 20 пирамидок. Еще одна новинка – крепкий растворимый кофейный напиток с добавлением цикория. Здесь 50 пакетиков по 18 грамм в индивидуальной упаковочке. Цена 254,50.